Утро, Карачаево, Черкесия, приветствуют вас. Сотрудники госавтоинспекции межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский провели профилактическую акцию «Юный велосипедист». Цель мероприятия, как объясняют организаторы, упреждение ДТП с участием велосипедов и так называемых средств индивидуальной мобильности, которыми преимущественно пользуются самые юные участники дорожного движения. Ахмат Халкечев продолжит. На главной площади Карачаевска непривычно много детей. Это самые юные участники дорожного движения на личном транспорте съехались на необычный урок безопасности. В этот раз ликбез по ПДД полицейские решили организовать на открытом воздухе, где есть возможность практического применения вновь приобретенных знаний. Инспекторы напомнили юным велосипедистам и самокатчикам о безопасной езде, как правильно приезжать, переходить дорогу, как правильно себя вести на проезжей части. Это очень важное правило, потому что не все дети, к сожалению, знают эти правила. Не все дети, к сожалению, знают, как правильно переходить проезжую часть. Полицейские, общаясь с юными велосипедистами, разъяснили детям основные правила дорожного движения при управлении двухколесным транспортом. Большая часть урока безопасности была в формате увлекательных игр и викторин с тематическими заданиями. Интересно было в этом мероприятии участвовать? Да. А почему? Ну, мне удалось узнать, я повидал разные знаки. Например, узнал, что они обозначают. А сложные задания были? Ну, не прям. А вот ты доезжаешь на велосипеде до пешеходного перехода. Что ты должен сделать? Я с него слезаю и потом перехожу. Также главный пропагандист госавтоинспекции межмуниципального отдела внутренних дел Карачаевский Диана Дюжуева напомнила ребятам, что движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться исключительно на дворовых территориях и в пределах велопешеходных зон. Ну а при движении в темное время суток или в условиях плохой видимости необходимо сделать себя более заметнее с помощью светоотражающих элементов. Ахмат Халкечев, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести» на ногайском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, днем преимущественно без осадков. Ветер восточный 6-11, порывы будут достигать 14 метров в секунду. Температура ночью 10-15, в горах до 9 градусов, днем 26-31 градусов тепла и местами до плюс 22. В Черкесске ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер восточный 6-11, температура ночью 12-14, а днем 29-31 градусов тепла.